Дорогие дети, сейчас господин инспектор из мэрии проведет коротенький инструктаж, как вести себя в случае, если вас вдруг захватили в заложники. Всем лежать и командироваться! В столице был дерзко похищен мальчик 11 лет Даниил Писюк. Недостаточный угол вхождения. Ты что, раскомандовался? Ты понимаешь, что тебя украли? Мне больно, но я думаю, проблем не будет. Его уже 4 раза похищали. Получим деньги и отдадим мальчика. Все. И каждый раз он возвращался ровно через неделю. И не смей платить выкуп. Что? Не надо. Трое в сумасшедшем доме. Двое в тюрьме. Судьба одного неизвестна. Гоша, почему ты один? Много лет назад у меня была девушка. Она ждала меня в ЗАГСе, а я не пришел. Семья – это важно. Давай встретимся завтра в 4. Я тебя буду ждать на нашем месте. Иногда самые важные вещи трудно понять с близкого расстояния. Что ж теперь дальше делать? Алло, Вера, меня похитили! Я с тобой до конца. Он говорит, что его похитил Бен Ладен. Я же не виноват, что меня все время крадут. Мальчик, не бери, что ты здесь все трогаешь.